этом фильме мы рассмотрим некоторые сложные элементы техники, такие как старт, плоскорезанное скольжение, атака древка, закантовка и коньковое движение в сопряженных поворотах. На старте один спортсмен может или выиграть, или проиграть даже около секунд. Так что этот элемент является одним из самых важных. Можно различить три фазы во время принятия старта. Это подготовка, основная стойка. Затем мощный мах ногами назад для подготовки, для прогиба, чтобы создать запас высоты. И затем резко катапультирующее движение вперед одновременно руками и ногами. Это выглядеть должно как распрямляющаяся пружина. Отталкиваться одной ногой надо? Существует два толчка. Одни спортсмены одновременно делают мах двумя ногами, затем прогибаясь мощно уходят. Другие делают мах одной ногой, так как это движение выполнить проще. Но смысл от этого не теряется. Из основной стойки сильный мах ногами назад. Затем прогибание туловища с активным выносом его за линию старта. Важно, чтобы ноги спортсмена сбивали планку одновременно в последний момент ухода со старта. Толчок руками из максимально прогнутого положения и высота маха ногами при уходе придают наибольшее начальное ускорение. В работе рук главным является момент перехода из положения зависания в мощный толчок руками вперед-вверх. Существуют основные элементы для прохождения любых трасс в нашем спорте. Но основным различием должно являться то, что каждый элемент выполняется в трассе по-разному, если снег другого качества, или ледянистый, или мягкий. Например, резанное движение на трассе с мягким покрытием выполнить практически невозможно, и оно не нужно, оно тормозит участника. Этот элемент можно назвать еще плоскорезанным движением, когда спортсмен в зависимости от качества снега варьирует нагрузку на лыжи. Если на льду идет закантовка максимальная, резанное движение, то во время прохождения трассы на мягком снегу лыжи должны идти как можно плавнее и положе. Повторение сотен и сотен частых сопряженных поворотов на крутых склонах с жестким снежным покровом – основное требование тренировки. Сопряженные повороты необходимы прежде всего для эффективности скольжения.
Этого можно достичь улучшением скольжения на закантованных лыжах, переводом лыж из одного поворота в другой, быстрым разворотом ног относительно туловища. Прохождение трасс-слалома, специального слалома, по падающим древкам существует два стиля. Их можно назвать так: стиль атакующий и стиль защитный. Защитный стиль, который существует у нас, к сожалению, еще часто, это когда спортсмен просто идет далеко от флага, ну где-то полметра, убирает просто плечо и рукой отодвигает, но проигрывает по пути тому спортсмену, который идет близко к флагу. Да. Стиль атакующий, когда спортсмен идет полностью всем телом, ногой, коленом, близко к флагу. Акцент на колено. И добиться, задача основная того, чтобы во время окончания одного виража сразу ты был готов коньковым движением перейти в следующий. Для этого надо пройти буквально на уровне голени, сбить флаг и резким переходом коньком уйти в следующий вираж. Один из приемов на ледяной трассе – сцепление внешней лыжи наклоном колена внутрь. Продолжительность этого сцепления позволяет горнолыжнику добиваться предельно резанного ведения. В трассе специального слалома такая фигура, как змейка, требует от спортсмена высокой техники плоскорезанного скольжения. В атакующем стиле лыжи не закантованы, древко сбивается голенью или коленом. В защитном стиле лыжи идут в упор. Появляется торможение, падает скорость и увеличивается длина пути. Лена, у тебя прохождение слаломи, можно сказать, защитного такого стиля. Надо уже более ближе к древку идти. Стараться не просто рукой пройти задеть древку, а атаковать уже коленом. Коленом на флаг и сразу делать небольшой конек, переходить и атаковать остро следующий ворот. Чтобы прохождение было максимум 10 сантиметров от флага. В атакующем стиле обратите внимание на работу ног. Они постоянно чуть согнуты в коленях, которые сбивают древко. Прохождение переступанием создает ускорение при переходе из поворота в поворот.